Я, видный, был антисоветчик и крупный к тому ж диссидент. С режимом боролся я вечно, вот скажем, такой инцидент. Та-ра-ра, ра-ра-ра, вот скажем, такой инцидент. Давай. Забравшись домой по карнизу, жену он соседом застал и бросил в него телевизор, когда там генсек выступал. Это раз. А-ла-ла, а-ла-ла, когда там генсек выступал. Это два. Это не два, не какой-то раз, это же одно и то же, это припев. Два. Потом как-то раз в магазине, когда не достался творог, побил пожилого мужчину, а тот, видите ли, не намок. Та-ла-ла, та-ла-ла, а тот, видите ли, не намок. Это три. Это не три, не какой-то два. Это один, первый был про телевизор, это два. Ну ладно, давайте. В системе трудясь отопления он систематически пил. Я не пил. Ты пил. Тем самым прогнившей системе посильно, но сильно вредил. Па-ла-ла, па-ла-ла, посильно, но сильно вредил. Я вообще не пью. Ты что? Ты не пьешь? Я не пью. Я не употребляю. Я тогда тебе отказываюсь понимать так тебе. Вот как-то раз перепою я вывел из строя всю ТЭЦ. Тем самым советскому строю приблизивший полный конец. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, приблизив конец, наконец, это все. Это все. А, ну все, ты готовишься.